Видимость менее 200 метров. Метеорологи объявили желтый код метеоопасности в связи с туманами. Предупреждение действительно на всей территории страны до конца дня. На большей части сохранятся туманы с видимостью не более 200 метров. Водителей призывают быть более внимательными на дорогах, ездить с включенными противотуманными фарами, соблюдать дистанцию между автомобилями и не превышать скорость. А пешеходам рекомендуют надеть одежду темных тонов, чтобы их могли разглядеть на дороге водители.